глупость. И, во-первых, таких материалов просто быть не может, потому что ни Россия не причастна. И второе, даже если они кем-то там представлены, это иначе как фальсификация, инсинуация назвать не могу. Спецслужбы и американские, и британские в нарушении всяких законов прослушивали людей, пытали, содержали незаконных в Гуантанамо. Поэтому говорить о том, что если они что-то представили, иначе с фальсифицированными документами я это назвать не могу. Любой документ, который придет с британской спецслужбой, документ сфальсифицированный, лживый и подлый. И направлен исключительно для того, чтобы обелить английские спецслужбы во всей этой истории, которые просто прощелкали, как их агент, офицер МИ-6 был просто уничтожен в центре Лондона. Возможно, с их помощью. Спасибо. Удачи вам.